Всем намасте, меня зовут Настя. Сегодня у нас мукбанг роллы. Как и обещала, когда будет 1000 подписчиков, будут роллы. Я, значит, заказала. Давайте поздравляю, у нас 1000, уже даже больше. Уже 1090 с чем-то. Я заказала, у нас здесь местное, наверное, только местное, возможно, еще в Прокопьевске. Где-то рядом города есть. Дина Суши, по-моему, называется. Я заказала сет вегетарианский. Но попросила, чтобы они убрали ореховый соус. Это чука. Это я отдельно купила. Попросила, чтобы они убрали. Там некоторые был ореховый соус. А он у них, я знаю, с яйцами. В общем, я попросила, мне, конечно, сказали, да, вообще без проблем. И тут, кстати, не весь. Там было всех по 8 штук. Вот я вот эти все 8 выложила, а эти по 4. То есть еще 16 там осталось. Ну, там сколько? 5 по 8. Стоило 760 рублей. 890 грамм. Дина Суши у нас называется. Так, ореховый соус у меня свой. Я не ем соевый соус. Вот такой. Купила. В ленте. Ореховый соус, манго взяла соус. Потом сделала типа спайси. Соусы сама. Васаби. Тоже у них узнала. Просто попросила, чтобы мне сказали. Состав нормальный. Так, сейчас чай жасминовый. Так, этот ролл с огурцом. Все простенькие. Ну, уж простите, такое. Такая доля веганская. Есть еще одна доставка. Но там нет сетов, там есть пару видов роллов. Как-нибудь в другой раз там закажу. Там поинтереснее. В плане, что они не вот такие, как маки, да, все обернутые, черные. А там есть наоборот, вывернутые с кунжутом. Поняли, когда рис наружу. Так, попробуем ореховый соус. Я, кстати, ни разу еще не пробовала этот ореховый соус, как купила. Это размер. Вкусно, очень густой. Вкусно. Зачем я взяла кружку, если можно эти штуки пить, действительно. Размер у этих роллов большой, то есть даже там, если брать не эти, там подороже, чем у нас в других суши-барах, но там и размер гораздо больше, все замечают, я вот там и отзывы читала. Все говорят, что прям размер огромный. Я буду есть, как хочу. А мне нравится так. И чтобы и так. И вот так. Хотела еще унаги соус взять, но у меня он испортился. Я дома был, его понюхала, он прям очень сильно плохо пахнет. Вообще редко ем роллы. Ну, потому что что там есть? Овощи, да? С авокадо. Овощи есть, да? Попробуем со спайси. Скоро будем за это с грибами. Вообще радость, когда и бывает ролл с грибами. Редко где бывает, чтобы овощи и грибы. Обычно просто овощи только пихают, и все. Остренько я сделала соус спайси. Простецкий вариант. Майонез, шрирачи, кунжутное масло, чеснок.
Такое простецкое очень. Так, это с тукуаном, да? Так мелко порезан. Блин, я вот, если честно, тукуан не очень люблю. Может, его соусом каким-нибудь. Спайси. Попробую. Да. Может быть, сейчас по-другому у меня будет. Нормально. Они его порезали как-то мелко, он не такой жесткий. Приятно. Ну, это классика с чукой. В ореховый. Какая-то чука у них странная. У меня вкуснее. Вряд ли я все съем. А, чай по классике. Жасминовый. Всегда так любила такое сочетание. И чтобы он прям горький был, крепкий. Так, по поводу... Девушка забыла, я как там ее зовут, по поводу, она спрашивала, по поводу, почему бывшая моего отчима к нам тогда завалилась, ну, кто там историю смотрел, почему она к нам так ворвалась, типа, была моя мама любовницей. Нет, конечно, не была, они уже были давно в разводе, они вообще уже давно, недавно там вместе жили прям постоянно, он жил с мамой моей. Я не знаю, я так понимаю, что... Ну, как вам объяснить? Знаете, такие люди бывают, которые... Ну, такие очень скандальные. И какие-то необдуманные поступки совершают. Вот такая она была. Она сына постоянно настраивала против... У него против отца своего. Вкусно. Щука самая невкусная. Щука какая-то странная. Она вообще странно пахнет. Или нормально. Ну-ка. Ой. Не, моя вкусно пахнет. Прям кунжутиком пахнет. Чем-то таким. А это прям невкусно пахнет. В общем, она вот такая, такой человек была. Блин, я там еще знаю много про нее потом, дальше, в дальнейшем истории разных. Ну, не хочется о человеке. Как бы я ее лично не знала, прям. Все по слухам. В общем, там жилась в конце до того, что там и, собственно, и сыну-то умерла. А в итоге там, когда начали... Ну, по наследству там, по... В общем, отписывала все своим каким-то мужикам, своим следующим мужьям. Я точно не буду сейчас врать, ну, вот что-то такое. И что и сын-то ничего не досталось. Ну, там, не знаю, может, достанется там. Помогали ему судиться. Вот, отчим помогала своему, получается, сыну. Не буду. Не будем человеке плохо, тем более ее уже нет. Так, что-то еще хотел спросить. Пока в рот. Блин, глаза разбегаются, когда много всего.
Еще постоянно спрашивают вопрос этот. Некоторые почему-то с агрессией спрашивают. Я там ответила на один вопрос на этот. Человек, который с пониманием спросил, с уважением спросил, почему здороваюсь вначале намасте. Просто не все же, например, заходят ее с самого начала, у меня, где я рассказывала, что я, например, занимаюсь йогой. И как бы вообще очень, ну, часто использую это приветствие, прощание, когда занимаюсь. Да, и не важно то, что я занимаюсь, даже по камере, я все равно, она, например, здоровается, я также с ней также здороваюсь и прощаюсь. Вот, и, ну, мне нравится эта эстетика. Не знаю. И я не использую это неуважительно, не считаю это культурной апроприацией. Не могу, когда ем, запинаюсь. Культурной апроприацией. Использую это слово исключительно с уважением. Это просто рассказывает обо мне больше, как о человеке, наверное. Если кому-то не нравится, что я так ем, не смотрите. А еще вот так. Вкусно. Вот это вкусно с грибами. С авокадо вкусно. В принципе, эти тоже вкусные. Ну да. Это не очень. Наверное, так не попалось. Вот так. Грибы же, ой, огурцы же, знаете, такие не очень яркий вкус у них. Хочу еще разочек попробовать этот. А, ну так вот, да. И, ну, в общем, использую с уважением. И, а, там прям некоторые с агрессией. Типа, ты русский, разговариваю на русском. Мне кажется, если бы я говорила там hi или hello, то вообще, наверное, ни у кого вопросов бы не было. А то, что я в конце говорю чао, никого не смущало, потому что даже никто до конца не досматривает. Ну, нет, кто-то досматривает. Я имею в виду, те, кто вот с агрессией пишет, наверняка они не досматривают. И вообще, наша с мамой фирменная... Чао, как я и говорю всегда. Я когда ухожу из дома, вот перед дверь открываю и говорю чао, какао. И она мне в ответ обязательно должна ответить какао, какао. Это наша такая маленькая традиция. Просто мне так нравится, просто это что-то немного обо мне. Ничего неуважительного или оскорбительного не имею. Так. А, вот еще, пока точно не забыл, пока много времени прошло. А, что он так, Анна Колесник. Так, а что там с подругой, как встреча прошла-то? Ну, как встреча прошла. В общем, я вот только доела, там, когда тут банк сняла. Что там за банк-то был? Бургеры, да, где? Мини-бургеры. Только я сняла, сразу побежала. Мне там 15 минут идти до нее было. Вообще, когда она сказала, что она приедет, я уже была немножко с мокрыми глазами. Ну, думаю, раньше времени не надо. Мягчайший авокадо. Сейчас его распробовала. Нежный ореховый вкус. В общем, думаю, не надо раньше времени расстраиваться. А вдруг еще не приедет, а не надо вот этой эмоции. Все. Не буду успокоиться. Я только подошла, вижу, он издалека идет.
Все, я чувствую, я уже ей вдаль кричу. Она мне пока, она идет, мне показывает сердечко, и я ей вдаль кричу. Сейчас раз, сейчас я расплачусь. Я подхожу, обнимаю ее, и все. И слезы, сопли у меня. Она смеется, да? Ну, в общем, у нас было немного времени. У нее трое детей. Она приехала немного дней, ей надо там со всеми повидаться было, со всеми. У нас было немного времени, у нее там еще была следующая встреча уже запланирована. Так немножко посидели, болтали. Вот, знаете, был такой глоток чего-то родного. Немножко посидели, классно, быстро-быстро обо всем поговорили, вообще прям сходу с лету, как будто бы вот. Ну, в общем, как обычно, как будто ничего не было. Как будто мы, ну, как бы мы, нет, мы общаемся, конечно, по там, по смс-кам, переписываемся часто. Ну, хотя что, я вру, не часто. Я вообще потому что не люблю вот это вот переписки, особенно ты, там невозможно выразить эмоцию. Хочется выразить эмоции, много слов наговорить. Это очень тяжело. Так. Это мне нравится личная встреча. Ну, как всегда. Позвала к себе. Я говорю, куда у тебя уже трое? В прошлый раз, когда приезжала, было двое. А сейчас трое. Говорит, ну если мы тогда уместились, когда там еще было двое, а еще ее сестра была, ее мама, мы уместились, то, говорит, часто уместимся. Тоже. У меня же их там две подружки. Вторая тоже недавно уехала. Ну, с которой я виделась, она уехала давно. У нее там уже трое детей. Муж трое детей. Это она еще уехала, еще не замужняя была. А вторая уехала вот после Нового года, в феврале. Они уехали в свой дом. Они дом построили. С мужем. Тоже двое детей. И уехала в свой дом. И... Ну, мы, естественно, все знакомы. Мы все вместе общались с детства, там, со школы. И вот. Ну, они, видимо, поболтали или что. И мне та вторая тоже потом написала. Чтобы я приезжала. Ну, у них большой дом. У них есть здесь расположиться. Только не сейчас, не в ближайшее время, попозже. Потому что она свадебный, как оформитель, свадебный организатор, не знаю. Ну, ты знаете, когда свадьбы все оформляют, она. У нее сейчас сезон. Очень жесткий график. Ну, там в день бывает там по 5-6 свадеб. А всю неделю надо ее еще готовиться к ней. Она все делает сама, своими руками, это я лично знаю. Я имею в виду там конструкции, все вот это дело. Понятно, что у нее там есть, уже когда на месте оформляют, там медичинки помогают. Наверняка, как было здесь, например. В общем, сказала, как сезон свадебный поутихнет, можно приезжать. Ну, не знаю, не планировала, вообще не люблю ездить куда-то, когда холодно. Я однажды ездила в ноябре, в Новосиб только, да. А там же еще ветрено с моря, с этого.
Тут холодный ледяной ветер. Вообще не внушает доверия. Так. Наверное, еще одну больше не могу. Кстати, сколько я съела? Я, наверное, столько в жизни не съедала. Я уже сейчас лопну поменьше что-нибудь. Я знаю, если что, что ролл так есть. Неправильно повторяю. Но я так хочу. Тем более, у меня тут овощи. И все это компонуется очень хорошо. У меня, кстати, почему не ем соевый соус, да? Я вот начинаю есть. У меня пока не поем, и вот в течение часа вот такое лицо. А глаза так вообще, я раньше думала, почему я после суши спать хочу? Вот я поем, и все, что-то так поспать бы, полежать, так тяжко, так и думала. Наверное, обжираюсь, много съедаю, поэтому хочу спать. А потом что-то, ну, как-то все, я не знаю, как я заметила это. Ну, в общем, со временем начала замечать все, думаю, да что такое, такое не может быть. А потом присмотрелась, а у меня прям глаза с каждым разом все сильнее и сильнее прям опухают, прям отекают настолько, что у меня они как бы закрываются, и мне кажется, что мне очень сильно хочется спать. Поэтому я больше не ем свой соус. Ну, только тепловая обработка, когда про какие-то блюда. Все, я не могу. Так. Ну вот, было здесь 24, осталось 6. Это много для меня. Если честно. Будем закругляться. Опять толком ничего не ответила. Мне надо подготавливаться. Там есть такие вопросы. Мне надо подумать. Я не могу так ответить очень быстро. Мне надо подумать, проанализировать, чтобы точно сформулировать и оценить, как я думаю на самом деле. Потому что я не люблю так отвечать на такие глубокие вопросы, там, про измену, например, или еще что-то. Мне надо подумать, как я к этому отношусь. Ну, в общем, тщательно проанализировать, чтобы ответить точно. И не возвращаться к этому вопросу. Благодарю всех за просмотр. Всем чао-какао.